Рада приветствовать на сцене. Добрый день, коллеги. Да. Ну что ж, следующую презентацию готовьте, пожалуйста, мои коллеги. Вот, Наталья, передаю. Ну, уже по традиции. Да. По традиции Наталья вместе с нами работает и готовит обобщающие выступления. Ну, в данном случае задача была поговорить про CVP. Вообще впереди у нас много выступлений, которые связаны с оборудованием, с переснащением, да, но не только они, мы все-таки категории немножко тронем. А Наталья, как обычно, готовит такие вот погружающие вещи по мотивам поездок, по мотивам погружения в различную розницу. А надеюсь, для вас еще какие-то новые инсайды появятся. Уверена, что в моей презентации, которая сейчас была, большинство вам это знакомо, оно вроде как на поверхности. Но мы же для вас упаковываем для того, чтобы вы в дальнейшем могли пользоваться. Ну что ж, передаю слово. Работаем. Спасибо, Наталья. Так громче? Да, наверное, громче. Отлично. Сегодня моя миссия – вдохновить вас, скажем так, свежестью категории собственного производства. Поэтому помогайтесь, ваши улыбки, ну, мне дадут понимание, что все получается. Так, немножко о себе. Будем знакомы. Наталья Чичук, эксперт по созданию и развитию современного ритейла. Возглавляю компанию по созданию и развитию современного ритейла и собственного производства. Сегодня обсудим тему свежих категорий собственного производства в рамках структуры. Это свежесть, то, что свежесть остается флагманом и ключевой ценностью продуктовых форматов. Мы поговорим про значимый вклад категории собственного производства в создании свежего удобства для магазинов. Мы рассмотрим быстрорастущий ассортимент и посмотрим, за счет чего можно черпать потенциал роста свежей категории собственного производства. Мы рассмотрим примеры эффектной и проговорим про эффективную представленность в торговом зале, опять же, категории собственного производства. Ну и сформулируем, возможно, вместе, да, то есть вдохновляющее направление развития свежей категории собственного производства. Идем дальше. Ну, первое, думаю, никто не спорить не будет, да, то, что свежесть остается флагманом продуктового ритейла. И, собственно, производство – это как раз-таки как генератор свежести, или мы называем это на языке ритейла «свежее удобство». Текст или контекст значимости, я думаю, все видят, да, то есть можете прочитать основное, наверное, то, что понимание предпочтений поведения покупателями с усилиями собственного производства и использование современных технологий, да, то есть поможет нам реализовать потенциал роста свежей категории в магазинах вашей сети. Ну, наверное, так, вот несколько слайдов для вдохновения, да, как категории собственного производства, что это, как они вдохновляют или освежают, или генерируют свежесть магазинов. Ну, можем проговорить отдельно, но я думаю, что все видят свои участки, да, которые могут быть вот для собственного производства. Как на сегодняшний день выглядит? ...2022-2023 года. Вот, поэтому, в принципе, ну как, все тренды, все акценты, каждый для себя может ответить все самое важное. Если коротко про значимый вклад категории собственного производства в создании свежего удобства, да, думаю, что никто не будет спорить, что все-таки свежие категории или продукты в целом, они остаются основным двигателем роста продаж в принципе фуд-ритейле. И в форматах, таких как магазин у дома, компактных форматах, да, то есть магазин у дома, конвиниенс, супермаркет, суперстор, они могут составлять, и даже теперь уже там больших, скажем так, да, супермаркетов, они могут составлять более 50% продаж. И это то же самое нам подчеркивает, что это и есть ценность удобства свежей покупки. Ну, в таких форматах, допустим, как Food to Go, да, или просто там To Go, да, ну, по названию там, или мини, которые на трафике стоят. Вообще свежесть продуктов может быть отправной точкой позиционирования. В принципе, там только уже как бы про еду. Но визуальный мерчендайзинг добавляет стоимость любому продуктовому формату, да, в котором сочетается высокотехнологичная упаковка и привлекательный внешний вид продукта собственного производства.
Ну и технологии будут побуждать покупателя, да, то есть еще чаще выбирать свежие продукты, так как шопинг сегодня стал, скажем так, самым удобным, чем когда-либо прежде, ну потому что как раз-таки технологии становятся средством влияния на покупателей с точки зрения всех основных аспектов. Если говорить про ценность на предложение, уникальное ценность на предложение, там, не знаю, УТП, CVP, как то называют, да, по просьбе Натальи, такой прям откровенный слайд. Берите, составляйте, моделируйте, скажем, свое CVP, да, как ценность на предложение. CVP состоит из основных таких ценностей. Да? Вот, 1, 2, 3, 4, 5 выделен цветом, я думаю, все понятно. Если мы говорим про ценность удобства свежей покупки, оно как раз живет под блоке номер 1. Да? Это функциональная ценность. То есть что здесь имеется в виду? Это продукт, это ассортиментный сервис к этому продукту, да, который ориентирован на удобство, который, скажем так, обладает способностью решать те проблемы, которые есть у наших покупателей. Безусловно, если говорить про свежий продукт, собственно, производства, и эмоциональная ценность затрагивается, да, и экономическая ценность затрагивается, ну, символическая, наверное, в меньшей степени, я думаю, что... Таких форматов там, где условно есть некие статусы или уже продвинутая работа персонально с покупателями, когда там покупатель у вас любитель, не знаю, там какой-то определенной продукции собственного производства, наверное, еще этого нету, да, поэтому пока это опустим. Но вот эти три основные первые, они точно как бы есть в ваших магазинах, потому что, в принципе, все, наверное, здесь, которые находятся, у всех есть, собственно, производство магазина. Вот, и, собственно, это отражается в конечной ценности. И если вы это все разложите детально, да, то есть балансируете, доведете до достаточного уровня, ну, каждый для себя, наверное, сможет оценить вот эту долю значимости, уникальности, собственно, вообще, в принципе, розничных форматов сети за счет вклада продукции, собственно, производства. Если говорить про быстрорастущие категории, ну, наверное, это основные сегменты, как to-go, street food, comfort food, да, то есть салаты, боулы, соки, десерты, сэндвичи, все, что с этим связано. Ну и, наверное, стоит посмотреть еще в ту сторону, что street food теперь актуален 24 часа в сутки. И нам тоже нужно подготовиться и подумать, а что с этим делать. У нас же есть возможность реализовывать продукцию собственного производства или свежую продукцию не только офлайн, но и онлайн. Да? Мы же теперь омниканальные, мы же знаем уже про One Retail. Если говорить, ну как, свежий, это всегда хорошо. Отдельная тема и направление, которое можно бесконечно черпать, это, конечно, продукция STM, да, когда мы делаем собственные бренды, создаем собственное производство, и здесь собственное производство играет ключевую роль. Если брать другие рынки, да, то есть здесь кейс приведен Гиперглобус, не российский, да, поэтому посмотрите, они всегда впереди в этой части. И вот какой там есть продукт, именно как бы фреш, да, это очень познавательно и полезно будет. Потенциал роста ассортимента, ну, за счет чего нам можно прирасти свежим категориям? Одно из направлений – это всего то, что быстро и свежо под каждую ситуацию потребления, да, то есть не просто как, ну, условно, еда там, да, или как, а вот как она сегментируется. Мы говорим, что у нас есть завтрак, о которых Наталья столько много говорила, у нас есть кофе с собой, наборы, у нас есть пикник, у нас есть короткий перерыв, у нас есть ланч, обед, ужин, в пути, один, с друзьями. Если вы под каждую ситуацию потребления продумаете, дадите то ассортимент, то направление, будьте уверены, что вы даете покупателям вашим достаточный ассортимент. Есть хороший пример, и, наверное, лидеры, скажем так, которые работают в этой категории, голландская сеть Revo To Go. Вот, поэтому также можете изучить. Несколько слайдов, опять же, этого кейса, что они относят, допустим, в своем понимании, как бы To Go, как сегментируют категории. Да, и, в принципе, это тоже то, что как быстро и свеже под каждую ситуацию покупки. Также имеет такой потенциал роста, ну как, продукция ЗОЖ, собственно, производство, да, как свежее блюдо, назовем это. Можете посмотреть это Гиперглобуса, Уэдеки, то есть хорошие примеры, да, есть и российские примеры, но мы же любим быть немножко, так скажем, впереди тех тенденций, которые приходят на российский рынок.
Поэтому стоит изучить, возможно, посмотреть, но точно это растет. Вот. Ну, Наталья попросила привести примеры каких-то таких простых вещей, которые уже стали априори, наверное, в продуктовом ритейле. Если мы раньше говорили, ну, так скажем, думали, ставить нам кофемашину в этом магазине или нет, или говорили, что кофемашину мы будем там размещать только в высокотрафиковых локациях, то теперь покупатель действительно уже привык к этому, это уже как некий такой гигиенический меню, да, что практически в большинстве магазинов и есть кофемашина. Вот, ну, салат-бар не настаиваю, там каждое свое, да, то есть можно смотреть. Но если мы говорим про утолить голод чем-то свежим опять ЗОЖ, да, взбодриться кофе, то, в принципе, это тоже хорошая комбинация. Мы не смотрим только в сторону, скажем так, готовой еды, это трафик один, да, смотрим в сторону, допустим, тех покупателей, которые приходят нам за ежедневной покупкой в том числе. И у нас же тоже есть основные, как скажем, наши флагманы в торговом пространстве. И один из них – это, допустим, отдел сыра, да, то есть сыр. Вопрос, казалось бы, ну как там, не каждый ритейлер, да, не каждое собственное производство в каждой сети реализует свой потенциал категории сыр. Поверьте, там есть что делать. Даже условно так, вот вы зеленью там, да, то есть какие-то вещи там добавите, это уже будет смотреться совершенно по-другому, и как продукция собственного производства по вашим уникальным рецептам. Поэтому призываю посмотреть в эту сторону, эта категория в целом потенциально, она растет. Вот. Ну и, в принципе, вот это разнообразие и дополнительно сервис укрепят вашу позицию, категорию сыра, вы разовьете продажи собственного производства. Ну или, например, опять же, To go, да, вы видите, как из сыра в стаканах можно интересно сделать. Или, допустим, предзаказ сырных досок или сырные тарелки. Тема сейчас веган, без глютена, да, то есть это также можно вот так интересно сделать. Вот, ну и возможность попробовать, это уже как бы ваша инициатива, но, в принципе, это тоже приветствуется покупателям. Ну, это так, тоже для вдохновения чуть-чуть, да, не обязательно в каждом формате это подойдет, но опять же, там, что можно сделать с сыром? Вы его не производите. И это совершенно по-другому, опять же, под случай покупки, под ситуацию потребления. И тогда вы прирастаете в продажах, и тогда вы освежаете магазины, и тогда вы ваше свежее отдело магазинов делаете еще более уникальное. Это становится целевыми отделы, потому что не у всех такое есть. И даже если вы все что-то подобное сделаете, у каждого из вас это все будет индивидуально. Это нельзя повторить, да? И это тоже увеличит вот эту ценность самого розничного формата через категории собственного производства. Также есть ассортимент, и опять же, ключевому ассортименту всегда принято давать какой-то ассортиментный сервис, да. Ну и как раз-таки вот есть возможность, почему не организовать, допустим, супермаркет, суперстор и выше, да, то есть в таких магазинах предзаказ, там, праздничных или банкетных блюд. Те же тарелки, они же могут быть и антипасти, и сырные, рыбные, суши, мясные. У нас несколько только объектов, допустим, магазинов или сетей, которые используют этот потенциал. И то, в принципе, как бы ограничено. Но если у вас уже есть эти покупатели, дайте им это разнообразие, да, то есть увеличьте это. В любом случае мы в этом направлении будем двигаться. Или суши-станция. Как мы суши продаем по-разному? Опять же, мы понимаем, потому что разные форматы. Но если мы хотим продавать... Я не привела пример там гиперглобуса даже, который есть здесь на московском рынке, да, просто компактного магазина, и как это действительно можно подать, и как продукцию, ну, то есть вот есть сама станция, и там есть разновидности, да, поэтому это как кейс, ну, то есть как коммуникация с покупателями, да, как можно выстроить для того, чтобы вам, скажем, было над чем больше подумать и что-то интересно реализовать у себя. Мы говорим про возможность реализации маринованных овощей собственного производства. Ну, вот такой, скажем, бар антипасти. Это тоже сейчас актуально, продается в фасованном виде. Но если это, опять же, будет на развес, ну, смотрите, сколько здесь свежести, сколько здесь разнообразия, яркости, вкуса. И если у нас целевые категории, условно, там, мясная гастрономия или там готовая еда недалеко, это же тоже комплементарно дополняет тот основной ассортимент. И всегда будет таким хорошим дополнением к среднему чеку за счет категории собственного производства.
Но если мы говорим про свежие наборы собственного производства, не нового там для первых-вторых блюд, если там, допустим, еще год назад, пару лет назад мы видели какую-то ограниченную представленность в разных сетях, магазинах, то теперь это все больше и больше, и даже, видите, вот на этой фотографии уже, в принципе, ну особо как, это каждый день не меняется, не поддерживается какой-то температурный режим, покупатели к этому привыкают и приходят за этим специально. Таким образом, вы тоже можете освежить овощной отдел, допустим, категорию фров в ваших магазинах. Если мы говорим про пиццу, да, это тоже один из, скажем так, быстро растущих сегментов, как туда можно пойти. Там столько вариантов, да, то есть можно рассмотреть любой вариант, который подойдет как бы именно для вашей сети, для вашего формата, но так, чисто пару фотографий для вдохновения, да, в каком виде, в каком формате, какой формы, как подаем, какие коммуникации, какой сервис. Это совершенно по-другому. Мне не хочется показывать фотографии, как это иногда есть у нас. Вот. Ну, это хорошо, когда есть куда расти. Ну или давайте поговорим. Наиболее распространенный пример. Многие из нас продают продукцию гриль. По-разному мы ее продаем. И вот часто, когда бываем, работаем с сетями в проектах, мы видим какую-то аналогичную картину, да, то есть очень близко. То есть это мясной отдел, в мясном отделе продают там мясо птицы, тут же его маринуют, стоит, вот видите, там небольшой гриль на 8, как сказать, тушек, да, ну, в общем, там это готовится, запаковали, и вот мы продаем. И вот, типа, мы реализовали, да, то есть потенциал, мы продаем продукцию гриль, да, птицу гриль. Это, конечно, один из референсов, как альтернативно можно реализовывать. Конечно, может, в дискаунтере каком-то, в зависимости от локации, и такая технология продаж устроит покупателей. Но если мы говорим про современные форматы, особенно как и компактные, и большие, да, то есть они требуют другой представленности. Есть, скажем, полностью самообслуживание, форматы торговли, есть частично, да, когда, вот, допустим, как на фотографии. Но если обсуждать, вот как вы думаете, что где потенциал продаж выше, да, где мы больше можем заработать? Когда мы говорим, что за счет чего черпать потенциал? Ну, вот, допустим, смотрим торговый зал и говорим, а где ваша продукция гриль? Вот ваш же трафик приходит, вот точно есть еда, и точно эта гриль как бы ему нужна, да, у вас нет. Ну, где-нибудь в подсобке стоит ответ. Ну, пробовали, пошло, не пошло, что-то там как бы не так. Коллеги, ну, конечно, если это будет вот так, это точно не взлетит и не пойдет. И это будет занимать вот столько там в продажах, да, и как бы нечувствительно. И какую-то уникальную ценность, допустим, для ваших покупателей вы не создаете. За этой птицей специально к вам не пойдут. Ну, вот если вы в таком виде, да, представите или как-то альтернативно, ну, согласитесь, это другая подача. И тут не вопрос, ну, даже только подачи. Понятно, что, наверное, инвестиции можно так уже оценить и здесь, и там, да. Но мы же всегда просчитываем, а сколько мы тут недополучаем, да, и почему как бы это происходит. Поэтому, если кому-то интересно, я так понимаю, что Алексей как раз-таки продолжит эту тему, мы можем присоединиться к диалогу, как бы инвестиции, достаточности. Перед тем, как вообще делать какие-то изменения или инвестировать, скажем так, в производственные площадки, в торговое пространство, всегда оценивать, считается, рассчитывается экономическая бизнес-модель, да, и мы понимаем, что сколько мы инвестируем, какой потенциал наших продаж, какой наш доход, минус операционные затраты, что в итоге остается, и понимаем, через сколько это и купится, и, допустим, какой бюджет мы можем себе позволить на инвестицию того или иного отдела. Движемся дальше. Это тоже как бы один из кейсов. Мы дальше будем смотреть, посмотрите, насколько, допустим, в современных свежих магазинах актуальна тема бистро, вообще это называют. Ну как, ну чаще всего это выглядит так, скажем, бистро. Мне магазины побольше – это ресторан, где магазины поменьше – это кафе. По-разному можно называть. Вопрос, какую суть мы туда закладываем, да? Вот, поэтому, ну, если мы берем супермаркет и там суперстор, гипермаркет, конечно, актуально создавать что-то, ну, скажем так, расти в этой зоне бистро за счет вкусной еды и семейной атмосферы. И здесь просто такие, скажем, тезисы, как четыре таких референса, да, что как это можно спозиционировать, как это можно преподнести покупателю. Потому что часто мы что-то делаем, но не строим коммуникации с нашим покупателем, не доносим, не разворачиваем им эту ценность.
Мы говорили даже в прошлый раз уже про сезонный календарь, да, но я еще раз акцентирую на это внимание. Поверьте, в этом тоже есть такой, скажем, значимый потенциал роста именно свежих категорий. Если мы будем синхронизировать ассортимент собственного производства с сезонным календарем, сезонной категории фрукты и овощи. Да, то есть мы будем формировать и выделять сезонное меню, понимаем, да, учитывая сезонность там фруктов, овощей, ягод, грибов, зелени. Тогда, в принципе, все сезонные вот, категории фруктов, она будет откликаться на прилавках собственного производства. И покупатель будет видеть все, ну, как сказать, в целом воспринимать как сезонный, свежий, вкусный, интересный ассортимент. Это также сильно освежает категории собственного производства. Ну и развитие категории ассортимента свежих приготовленных овощных наборов, смесей, собственно, производства. Это, собственно, тоже как ответ на растущий спрос, высококачественные, свежие и удобные блюда и напитки, да, которые можно употреблять в дороге или купить и быстро доготовить дома. Коллеги, вот как ни банально, да, но мы можем сделать в магазине все, что угодно, но часто не хватает света. Поэтому мы, допустим, свои проекты стали привлекать партнера по свету. И если мы говорим про собственное производство, это без исключения всегда ключевые категории. И ваши свежие категории должно быть однозначно видно. Это живые фотографии там, из одного из как бы, последних проектов. Вот, поэтому точно туда стоит посмотреть. Есть еще специальные такие, скажем, световые технологии, которым тоже можно подобным образом. Если это у вас, допустим, как замороженная продукция собственного производства, там, пельмени, вареники, такие какие-то вещи. Часто бывает такое в большинстве случаев, когда это где-то в отдельном холодильнике или там в общей банете незаметно, мало привлекательно. Это просто растворяется в общем потоке общей продукции, да, замороженной. Но если вы акцентно выделите вот эту замороженную продукцию собственного производства как-то подобным образом, просто поиграете светом, поверьте, ваша увеличенная продажа не заставит себя ждать. Также не пренебрегаем оснащением прилавков. Да, это тоже освежает и еду, особенно и где гастрономия, собственно, производство. Это можно сделать профессионально. Кроме того, что мы вдохновляемся офлайн, вживую, наших покупателей в тех магазинах, которые к нам приходят, мы говорим, что покупателя вдохновляют еще и на покупки собственные онлайн-платформы, да, когда вы создаете онлайн такие, скажем, миры свежих рецептов или фирменных рецептов, как угодно это можно называть. Посмотрите в эту сторону, мы же, опять же, там про омниканальную модель ритейла, да, и точки взаимодействия с покупателями, и интернет, скажем так, магазин, да, это тоже такая очень хорошая и очень значимая точка контакта с покупателем и дополнение к физическим магазинам. Ну и если уйти больше, так скажем, уже от слов, покажу вам свежие магазины, да, как, собственно, производство освежает торговое пространство магазинов, да, ну это как референсы, вот. Но без собственного производства, поверьте, ни один магазин он уже не выстоит, вот. Поэтому тут важно, чтобы вы почувствовали прямо, вот в чем ваша сила. Ну, как скажем, рыба, мясо, да, там сыры. Вы видите, все как бы стандартно. Не зря отдается такое количество прилавкам, сервису, обслуживания в этих категориях. Там свет, это все работает, да, мы будем к этому еще раз возвращаться. Не могу оставить без особого внимания категорию мяса. Ее тоже можно по-разному подавать, и каждая сеть подает по-своему. С учетом своих, ну, скажем так, локальных особенностей, да, предпочтений локальных покупателей. Но посмотрите в эту сторону. Все-таки визуальный мерчендайзинг в мясе играет колоссальную роль. А еще один магазин, да, тут, допустим, вот таким образом коллеги предлагают кейтеринг по запросу. Просто некая реклама, да, коммуникация, что, в принципе, да, это возможно. И смотрите, как это освежает. Опять же, да, то есть как отдел, место продаж продукции собственного производства. И, ну, это же другой уже статус, опять же. Понятно, в дискаунтере мы это не делаем. Но если это магазин в среднем, средний плюс позиционирование, однозначно это скорее будет актуально для ваших покупателей, которые могут себе что-то позволить или у которых возникает как бы эта потребность подобная.
Ну или если мы говорим опять же там про мясо, да, здесь просто у ритейля ключевая категория мяса, собственно, мясное производство, поэтому они говорят о том, что у них не продавцы, у них мясные сомелье. Наталья? Понятно. Осталось 4 минуты? Понятно. Ну, постараюсь еще быстрее, коллеги. Ну, давайте так, смотрим. Освежаются как магазины при собственном производстве. Обратите внимание на элемент открытой кухни, как делают суши. Хотела с вами проговорить вот этот кейс. Смотрите, как в овощном отделе, непривычный еще для российского рынка, предлагаю вместе с овощами, да, то есть готовые, допустим, какие-то полуфабрикаты, гриль. И тут же овощи-гриль, мясо-гриль, да. То есть вот это интересная такая комбинация. Форматы побольше, да, точно интеллектуально там можно рассмотреть, сделать. Если мы говорим про еду, опять же, вот как салат-бары, да, то есть, ну, суть в том, что можно взять как с собой или прибить на месте, то есть выборы тот и то. Ну и вы видите, так, допустим, по поведению покупателей, как к этому относится. Про соковыжималки я сильно там много останавливаться не буду, это уже как бы тоже как гигиенический минимум, в принципе, если мы хотим освежить, скажем так, фрукты, овощи отдел, опять же, категории фруктов, давайте там разместим соковыжималку, да, вот в форматах побольше. Не прячем, если даже мы делаем сок, мы часто прячем ее куда-то там, где мы там что-то делаем с едой. Не будет там продаваться, поставьте это в фруктовый отдел. Обратите внимание, опять же, вот быстрорастущие категории, допустим, вот food to go, да, то есть сколько пространства отдается, допустим, в супермаркеты для представленности этой категории на входе, прям вот как свежесть, да, вдохновляя. Там, или в таком варианте, или в таком варианте. Или посмотрите, вот с этой стороны, это тоже все комфорт микс, и здесь очень много, как бы, серия, да, собственно, производства. Здесь очень много продукции из растительных альтернатив. В этом направлении, как бы, тоже движемся. А, опять же, там, да, если есть бистро, как раз таки вот здесь, есть зона употребления, есть компактный фудкорт, мы рассматриваем вот такие комбо-наборы там для обеда, для ланчи, это всегда рядом с пекарней, для того, чтобы можно было, скажем так, дополнить. Ну, наверное, здесь что интересно, здесь интересные сыры, собственно, производства с разными, скажем так, сверху добавками, да. Этот отдел точно привлекает как бы к себе внимание, и это интересно организовано вот с лепешками, сыром и таком острове. Интересное решение, поэтому почему бы и нет. Тема бистро. Один вариант, второй вариант. Какие-то элементы открытой кухни, что-то делание, это тоже как бы освежает, да? Ну и, собственно, производственные площадки, да, то есть основное, наверное, то, что есть сейчас, вот если мы говорим про формат супермаркета, это стандартная мясная лавка, пекарня, сырный прилавок, назовем это бистро пока, рыбный отдел, кулинария, меньшей части суши-бар, ну и как, да, вот фудкорт. И, конечно, в каждом вот этом фрагменте, если вы составите свою программу развития, что можно там улучшить, как освежить, поверьте, у вас формируется, скажем так, достаточный план таких изменений, улучшений, которые вы можете сделать без сильных затрат по времени или инвестиций. Ну и сердце магазина бьется в собственном производстве, и в особенности там, где вы вот это оголяете, да, вы показываете открытые какие-то элементы открытой кухни. Это еще раз подчеркивает вашу открытость покупателю, прозрачность процессов, качество, свежесть. Это сильно усиливает. Ну, в принципе, накладывается, на, отражается, как бы усиливает свежесть всех остальных свежих продуктов. Еще один вариант. Не останавливаемся. Ну, наверное, вот этот слайд давайте проговорим. Есть основные, скажем так, форматы. Да, они здесь вынесены. Вот Наталья тоже попросила. А вот что актуально в разрезе каждого формата? Коллеги, мы разбили на три части таких, да, то есть есть компактные форматы, маленькие там, точка еды, to go, мини. Есть фреш-стор, магазин у дома, есть супермаркеты, маленький, средний, большой, есть гипермаркет. Есть местоположение, обратите внимание, это один из определяющих факторов формата, да, и второе, что зачем туда ходят? В принципе, какие случаи покупки? Если вы решите вдруг поставить или установить там какую-нибудь, ну, скажем, гастрономическую станцию, там где-то не актуально, это точно не сработает. Можете изначально туда не ставить. Но если вы правильно магазины закрепляете и понимаете, что да, там сработает, это такой, скажем, ну вот ориентируйтесь, это точно некий минимум, стандарт, которым вы даже не превзойдете уже ожидающее
ожидания покупателей, да? Это просто будет уже соответствовать. Но если вы хотите продуктовый Диснейленд, который можно сделать уже в крупнее формата, это требует уже дополнительной доработки. Здесь это не перечислено. Но если мы говорим про компактные магазины, да, то есть которые находятся там в центре или в спальнике, или там в ТРЦ, да, то есть это кофемашина, это соковыжималка, это станция разогрева пищи, это чайный бар, это может даже быть гастрономическая лавка, да, если мы там понимаем, что приходит утолить жажду или голод. Если мы говорим про, допустим, магазины у дома и про супермаркеты средние, дополнительно мы к этому, ну, там может добавиться хлеборезка. И это не воспринимается как что-то такое, ну как, сверх. Это действительно то же самое, как микроволновка в готовой еде. Так и хлеборезка в вашей категории хлеб, в вашей пекарне, там, где в том числе реализуется продукция собственного производства. И если мы говорим про большие супермаркеты, суперсторы, гипермаркеты, ну, обратите внимание, уже там вытекает из случаев покупок, да, что это и рестораны, зона перекуса в торговом зале. Это может быть зона перекуса, интегрированная в торговом пространстве, прямо где там, где вы как бы готовите. Это может быть станция кейтеринга, суши, предзаказа гастрономии, деликатесов. Вот там уже антипасти-бар или там салат-бар. Ну, такие стандартные вещи, опять же, как соковыжималки, машина, там добавляется машина для очистки, допустим, измельчения ананасов и так далее, да. В принципе, уже ничего такого космического нет, поэтому... Рассмотрите. За счет этих вещей также можно совершенствовать и освежать ваши, скажем так, категории и отделы собственного производства. Ну и, наверное, про вдохновляющее направление развития свежей категории собственного производства. Первое – это расширение свежих категорий и вот дополнительных сегментов готовой еды, которые… скажем так, актуальный запрос у рынка. Это создание свежих собственных брендов, это свежее обновление ассортимента по сезону, это расфасовка и упаковка свежей еды в соответствии с ситуацией потребления, это обеспечение гарантии свежести, да, то есть категории собственного производства, это развитие категорийного мастерства в собственном производстве. Ну, наверное, здесь основные такие тактики – это ассортимент в связке с маркетингом покупателей, когда мы о нем знаем все и представляем то, что нужно покупателю, и мерчендайзинг. Ну и совершенство представленности категории собственного производства в магазинах. Собственно, так, коллеги. Основное так. Вот. Я отвечу с удовольствием на ваши вопросы. И чтобы продолжить общение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо. Коллеги, аплодисменты, да. Наталья, спасибо большое. Как обычно, насыщенно много. Картинок фотографировали много. Презентация будет доступна.